Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impout, а сегодня мы рассмотрим трейлер, который нам представили разработчики игры Ark Survival Evolved. И в этом трейлере нам показали Аморгозавра, Синамакропса и Динопитека. Ну что, поехали. Аморгозавр получился достаточно интересным существом, поскольку разработчики хотели добавить новых динозавров, чтобы они не были как там мега что-то мутированное, прокачанное. Короче, разработчики хотели в игру добавить обычных дино, но, как всегда, у них это получилось слегка с приколом, потому что Аморгозавр, вот сейчас вот мы посмотрим на этот кадр. На этом кадре мы видим, как аморгозавр своим шипом замораживает противников, но это уже выглядит не по-настоящему. Ну, хотя они говорили то, что они хотят, чтобы их дино имели какие-то странные способности. А вот на этом кадре мы вообще видим, как аморгозавр сменил свои шипы и этими шипами сжигает местный замок, тут деревню, непонятно. Ну, короче, да. Мне кажется, пахнет имбалансом, типа, зачем такой сильный динозавр, который замораживает и поджигает. Ну ладно, не суть, может кому-то понравилось, но у меня лично спорные чувства о этом динозавре, потому что, ну зачем так делать? На следующем кадре мы видим Синоцератопса, или Синораптора, извините, скорее всего, Синомакропса, во. Все, не могу его запомнить. Короче, Синомакропс умеет отпугивать животных, как умеет паразавр у нас. И еще он имеет функцию планирования по воздуху. То есть Синомакропсы — это как специальные крылышки, как собираться, но это уже целый зверь, который тебе будет помогать отпугивать кого-то и планировать по воздуху. Мало того, я вам хочу сказать то, что он будет получать отдельный баф от поедания насекомых, поэтому это вам надо тоже учесть. Следующий у нас динозавр идет — Динопитекус. Но это не динозавр, а обезьяна переросток. Ну ладно, короче. Как я понял из трейлера, у Динопитека, вот даже на этом кадре видно, будет эффект стаи. То есть Динопитек будет в стае, ну это логично, и у них будет стайный баф. Мало того, вожак Динопитека сможет отдавать своим Динопитекам команду атаки. Вот как я понял из этого кадра, то есть не надо на них даже наездников специально. Плюс мы видим то, что Динопитеки умеют карабкаться по стенам и умеют еще обездвиживать тек костюм в полете своими, так сказать, фекалиями, наверное. Еще они умеют взрывать замки своими фекалиями. Но это, конечно, жесть. Все, что мы из этого увидели. Потом мы видим то, что Lost Island выходит у нас в декабре 14 числа 2021 года. То есть все это нам следует ожидать вот в этом году, прям скоро уже. Ну, что могу сказать? Синомакропс получился очень даже неплохим. Динопитекус, ну, в принципе, вроде тоже неплохой. Но аморгозавр, он достаточно, ну, как сказать, он вроде выглядит по-настоящему, а вроде, ну, какая-то дичь. Зачем ему замораживающие шипы и огненные шипы? Ну, это что-то немножко не складывается. Могли придумать, ну ладно, чтобы он просто стрелял шипами, фиг с этим, но чтобы у него были шипы огненные или ледяные. Ну хотя, с другой стороны, разработчики, скорее всего, хотели, чтобы от него была какая-то польза побольше, потому что просто шипами стрелять у нас есть велонозавр. Ну вот, собственно, у них это получилось. Короче, ладно, не против я этого аморгозавра, но в любом случае он выглядит довольно интересно, и я пока не могу угадать в будущее, будет ли он использоваться в PvP как PvP-шная живка или нет. А может быть, он будет по приколу у тех, кто менее развит для обороны базы. Пока я не знаю. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот обзор. Не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии, о чем вы думаете о этих новых дино, которые выйдут на карте Lost Island. Кстати, я очень жду, когда выйдет трейлер карты Lost Island, поэтому
Когда она выйдет, я обязательно сниму на нее обзор. Мало того, я хочу на ней поиграть, поэтому ждите ролики. Ну что ж, всем до скорых встреч и всем пока, друзья.